Да. Не намагайтесь її. Как говорят, они своих не бросают, но когда они уходят, они подкладывают под них немало взрывчатки. Для чего это делается? Потому что они знают, что у нас группы, которые выводят. У нас каждый день минус сапер, или раненый, либо 200-й. Это опасно. И помимо того, что когда идет, допустим, бригада, вот, либо идет там человек 12, даже когда на проходы идут, вот, то первые идут саперы. Давайте я тут по траві буду ходить. Ідея прийшла, як в кіно, як кажуть, родича відірвало пальці на нозі, він потрапив на пелюстку, і це мене шокувало, і я почав думати, як цьому запобігти.